Сьогодні досить цікавий день, адже сьогодні день безглуздих обіцянок. Мені здається, що сьогодні у наших політиків свято, і вони будуть святкувати це як Новий рік, як Різдво і як Геловін. Ось так. І знаєте, сьогодні у нас досить цікавий гість. Сьогодні у нас психологиня Анна Марія Ракіцька. Доброго ранку. Доброе утро. Скажіть, будь ласка, як впливають обіцянки, які ми пообіцяли, і потім їх не виконали, чи це впливає потім якось на подальші дії, можливо, навіть і на здоров'я? Безусловно, це впливає. І будь-які обіцяння, вони как бы заключаются на двух уровнях. Первый уровень – это внутренний, там, где я проговариваю сам себе, где я даю эти обещания, где я, ну, скажем так, узакониваю внутри по своим принципам и убеждениям те или иные будущие движения. И на внешнем уровне, когда я заключаю этот, ну, условно говоря, снова же договор с другими людьми, что я тебе пообещал, и значит, я должен выполнить. Таким образом, мы как бы становимся обязаны и человеку, и сами себе. И вот эти вот невыполнения этих обязательств с собой как-то еще можно договориться. Тут сложно, если мы говорим о психике и о взаимодействии с психикой, чтобы быть здоровой. Но с другими людьми, как правило, особенно если это посторонние люди, и тем более вы сегодня затронули тему политиков, да, то, что касается власти, взаимодействия с социумом, то другие люди ошибок не прощают. И когда мы слишком много получаем вот этих кредитов, которые мы потом не выплачиваем, то, безусловно, оно будет влиять на наш внутренний мир, на наш фон, с которым мы взаимодействуем с миром. И включается психосоматика, включаются заболевания, люди начинают хуже себя чувствовать, ну, так называемые в психологии эмоциональные потери. То есть я эмоции вхожу, я хочу что-то дать, я хочу что-то получить взамен, но я и не даю до конца, потому что я изначально, например, обманул, и не могу из-за этого получить в том числе. Тобто людина не заряжається від того? Нет, мы же как батарейка, мы подпитываемся друг от друга, а если мы даем не то, что человеку нужно, не то, чем он будет питаться, то он нам тоже взамен не сможет ничего дать. И рано или поздно это приведет к тому, что у меня просто закончится вот эта энергия, на которой я могу выполнять в том числе эти обещания. А знову ж таки, що стосується людей, котрим обіцяють? Так, от одна людина мені один раз пообіцяла, не виконала, другий, третій. Зрозуміло, що кредит довіри, так, він так все по мінімуму, він, в принципі, кудись здівається. Як взагалі таким людям реагувати? Первое, да, такое хорошее правило в психологии, что верить никому до конца нельзя. Мы сами себе не можем доверять, потому что обстоятельства, наши реакции, наша психика, здоровье может отреагировать как угодно. Чаще всего заложниками подобных двояких взаимоотношений это люди и с одной стороны, и с другой стороны, у которых будет проблема с самооценкой и самоценностью. То есть я буду верить только в том случае, если у меня есть необходимость доверять другому больше, чем себе. Но я вкладываю в обещания этого человека больше надежды и смыслов, чем я могу их от себя, например, получить. Это проблемы также будут с личными границами. То есть, зачем мне доверять тебе на слово, если у меня там все в порядке, у меня все закрыто, и это просто такая дополнительная вспомогательная помощь может быть. У нас часто верят те, кто берет за основу, кто полагается на другого, а тут, к сожалению, психика устроена так, что когда мы начинаем доверять другим больше, чем себе, у нас начинаются проблемы недополучения каких-то там благ эмоциональных, материальных для самих себя. Але знову ж таки, якщо там відносно ти бачиш людину вперше, окей, в тебе був там гіркий досвід, коли тобі обіцяли, не виконували, чи варто новій людині довіряти, чи все-таки потрібно робити якось висновки на попередньому досвіді? Ну, звісно, потрібно робити виводи, тому що тільки на виводах ми можемо закреплять какой-то позитивный опыт. Если у нас там лишь негативный опыт, ну, значит, и в моей системе поведенческих каких-то взаимоотношений с миром есть проблемы, и мне нужно ее устранить. Когда мы видим человека первый раз, мы никогда не можем предположить, даже догадаться и на самом-то деле придумать, для чего человек нам дает какое-либо обещание. Часто это бывают манипуляции, часто это бывают просто выгоды какие-то, о которых мы знать не можем. Может быть, это возможность человека вступить в доверие со мной. По каким причинам он дает эти обещания, мы никогда не догадаемся, но мы точно можем понимать, для чего нам это нужно услышать. И когда я сама в себе могу разобраться, для чего мне все-таки первый раз видя человека, ему доверять, то я уже могу иначе выстраивать отношения. Тут
Часто, да, если сейчас коснуться таких личных, межличностных отношений, то это как раз, когда девушки на первых свиданиях начинают верить в то, что мужчины активно рассказывают. Это называется ни обещанок, ни пробачения, вот так. Вот-вот-вот. И тут же это как раз строится на уровне того, что девушка, она настолько очаровалась какой-то картиной, которую только она сама себе нарисовала, что ей без разницы, кто это человек, что это человек. Она просто любого подставляет под эту картину мира. И тогда это уже проблема не человека, который дает обещание. Он видит реакцию. И человек, ну, который, особенно если мы говорим о мужчинах и заинтересованности в женщине, то он вот. Всі ми знаємо, що дівчата більше люблять вухами, тому виникає наступне запитання, як правильно формувати обіцянки, так, щоб можна було їх повністю виконати, можливо, або коли от вперше ми бачимо, там, коли ми мужики, чоловіки, мужчини знайомимося із дівчатами, в цілому ми нічого не обіцяємо, це я скажу по собі, ось, але інколи я знаю таких хлопців, обіцянки, цяцянки, оце, і повністю їх потім не виконують, ось, а картинка, як вже сказали, є. Як правильно сформувати обіцянку? Ну, обіцяння, вони строються на моїй позиції к миру. От я желаю всім мужчинам і всім жінкам адекватної самооцінки, тому що від неї якраз і залежить наша можливість вистраювати ці самі обіцяння. Чоловік, він дуже часто дає чрезмірно там, где он как раз не может дать. И вот это нужно всегда учитывать, потому что человек, у которого нет проблемы с тем, что я что-либо буду давать, он, как правило, сильно ничего не обещает, он просто делает. И для девушек тут это смотрите на то, какими действиями все-таки молодой человек вам руководствуется. А для молодых людей, но раздувать картинку себя не стоит. Потому что там, где вы даете ну, какую-то чрезмерную саморекламу, и вы позиционируете себя как-то иначе, вы вкладываете в этого человека, не обязательно в девушку, это могут быть и на работе, это могут быть любые отношения. Вы вкладываете что-то, что вы потом должны выполнять. И тут нужно всегда себя корректировать на том, а на длительный срок готов. У меня как раз возникает вопрос. Питання наступне. Дивіться, ми пообіцяли, але інколи не виконали. Чи можливо зробити іншому партнеру, кому пообіцяли, якось мотивацію, щоб все ж таки ця обіцянка була виконана? Ми розуміємо, що ну ніяк це не станеться. Ти ж мені обіцяв, але ну навряд чи це буде. Можливо, якось потрібно змотивувати? Да, мы из любого обещания можем сделать цель. Когда мы человеку помогаем сформулировать цель, у человека появляется возможность поступательно к ней подходить. Это обязательно нужно проговорить, ну, правильно ли я поняла, что ты имеешь в виду вот это, вот это, вот это, и ты готов вот это, вот это, вот еще это. Еще добавить від себе, ну, это так, щоб, не без этого. Щоб ми розуміли, да, є якісь певні рамочки. Ось. Это снова к манипуляциям, что там, где человек, он видит, я к этому не готов, это момент выбора. Ты мной можешь манипулировать и что-то свое вставить, но я на любом этапе могу от этого отказаться, если мы разговариваем. И тут как раз вопрос к тому, что у нас многие люди в отношениях не разговаривают, а додумывают. И тут для того, чтобы человек это сделал, это обязательно уточнить. Это зафиксировать. Любая цель, она состоит из сроков. То есть мы должны зафиксировать во времени, что до вот этого времени. Если ты не сделаешь, ничего страшного. Ну, как бы, если там, например, поездка куда-то, то мы сможем перенести ее, мы сможем там еще что-то сделать. Но мы должны, например, до этого момента подготовить документы, отложить какие-то деньги, там еще что-то сделать, для того, чтобы человеку помочь и показать свою заинтересованность в этом. Ну и, конечно же, да, если мы говорим снова же про тайм-менеджмент, из которого цели состоят, то это момент вот, вот этого дедлайна. То есть примерные даты, сроков, до которых я уже готова ждать, но после которых это уже не нужно. Потому что многие люди не понимают, что у нас есть моменты, которые нам интересны, и мы можем их получить. Но вот наступает та самая точка, когда мне уже не надо, потому что я слишком устала ждать. Это, кстати, если про девушек, это очень часто бывает с моментом... Я так слухаю, и это все про мою бывшу. Так, ты знаешь, он обещал дружить, обещал, потом зателефонував, у неї уже дети в перший класс идут. Хочу еще уточнить такое запитание. Вот сегодня там на календаре 2 листопада, 1-го в понеділок традиційно, я себе пообіцяла, що буду займатися спортом. Навіть не так, я не пообіцяла, я з собою домовилась, що все, от є відправна точка, все. Спорт everyday. Нічого не змінилося, в принципі, вже другий день немає спорту в моєму житті, соромно.
Як побороти, як правильно з собою домовлятись, як правильно собі давати ось ці обіцянки? Для чого он вам нужен? Тут всегда ключевым вопросом, для чего я это делаю, снова же вопрос цели. Если спорт нужен на уровне моды, на уровне того, что все так делают, или того, что это просто полезно, нам договориться с собой крайне сложно. Наш мозг устроен таким интересным способом, что ему для жизни крайне мало нужно. То есть как мы выглядим, как мы к себе относимся, это уже такая очень высокая форма взаимоотношений сами с собой. И для того, чтобы себя правильно замотивировать и начать это делать, нам нужно четкое понимание, для чего, и снова же момент вот этих вот промежуточных целей. Что если я хожу на спорт, но у меня нет никаких результатов, и я просто там, ну, тыняюсь, убиваю время, и там схожу с гирькой по всей территории комплекса, мне это будет неинтересно. Человек, мы устроены таким образом, что для нас очень важна система поощрений. И если нам не дают эти поощрения извне, нам нужно самим для себя это придумать. А там уже может быть все что угодно. Это красивое платье, красивое белье, какая-то поездка снова же куда-нибудь для того, чтобы пойти и похвастаться там к родителям в свой родной город и показать, что вот я красавица. Это на этом на самом-то деле весь Инстаграм сейчас вот эту вот систему марафонов и запустил. Потому что мы видим старый результат, мы видим конечный, но мы ни в коем случае не задумываемся о промежуточном. А сами обещания, они состоят из промежутка. В обещании не бывает. Когда вы обещание дали, это одно. Когда вы подумали о том, как оно завершится, это уже совершенно другое. Но на самом-то деле и его начало, и конец не имеет такого смысла, как раз наша дорога по пути к его достижению. Потому что только там будет поощрение, только там будет игра и сама с собой, и с другими. И если вы себе эту игру хорошо придумаете, спорт включится обязательно. Если это будет надежда на конечный результат, либо на оправдание чужих каких-то надежд, то, ну, скорее всего, будет так, что через недельку вы устанете, потому что куда интереснее готовиться к эфирам, подбирать косметику, общаться там с подружками, выходить к друзьям, пообщаться с мамой по телефону. Спорт — это очень большое отвлечение для того, чтобы он стал чем-то таким позитивным на начале формирования какой-то привычки для будущего. Ну, але загалом, в принципі, це ж варто робити? Безусловно. Если мы себе не фиксируем какие-то привычки полезные и не стремимся их как-то закрепить в нашей жизни, то в нашу жизнь приходят другие привычки. Мы не замечаем, как мы начинаем пить там 5, 7, 10 чашек кофе, не замечаем, как мы вместо того, чтобы заняться спортом, сидим там и рисуем что-то. Наш мозг, он переключается. И как раз вот фишка людей, которые чего-то достигают, это в том, что они максимально умеют контролировать свои полезности, назовем это так. Вот все, что вам полезно. Потому что для одного человека спорт полезен, для другого он, к сожалению, может быть разрушителен. И если вы найдете себе тот идеальный, который вам подойдет, и вам будет максимально здорово им заниматься, это будет как раз тот самый выход. Не факт, что в спортзал. Це прекрасно, знаєте, що ви радите і не тільки там займатися спортом, тобто знаходити якісь певні якісь заохочення для того, щоб собі пообіцяти і виконати. Але у мене зустрічне запитання. От часто люди обіцяють, але не виконують. Чому це так? Що впливає на них? Можливо, немає мотивації, можливо, люди просто не хочуть цього робити. Знову ж, да, для чого чоловік це робить? Ми дивимося на чоловіка, можливо, це стиль життя, обіцяти і не робити. А там, де стиль життя, це і батьківські шаблони поведінки, сімейні сценарії можуть бути. Чаще всього це, знову ж, зв'язано з самооцінкою чоловіка, для чого він це робить, чому йому важливо давати, але не робити, але створювати антураж, от цей новогодній мішура все время. Можливо, це, знову ж, часто буває маніпуляція, яка є. А в современном мире, особенно в большом городе, таком как Киев, это часто строится на выживании. То есть если я тебе обещаю, но по большому счету я тобой уже начинаю управлять. То есть я тебе пообещала, я могу контролировать и твое ожидание, и контролировать твое настроение в зависимости от того, что я тебе пообещал. А это такой очень большой элемент власти. Поэтому, кстати, мужчины очень часто этим злоупотребляют, в отличие от женщин. Це мені нагадує зараз хлопців, які приїхали за море, всі ми знаємо, про яких я зараз говорю, які кажуть, все буде, дівчата, все для вас. Ось такі, як прекрасний хлопчина. Ось, але по факту нічого і цього не виконують. Ось так. В его интересе, в его выгоде лежит как раз ощущение того, что он такой особенный, который может это дать.
И когда он задумается, там лет через 10, через 15, это всегда бывает о том, что я не даю, я не доделываю до конца, и, наверное, я из-за этого неудачник. Вот тогда будет проблема. А на этапе, когда он набирается опыта и когда он взаимодействует, он же и женщин выбирает, которые на это реагируют. Потому что, ну, когда он подойдет к одной девушке, которая на это, ну, разведет руками и скажет, ну, давай, вот прям час показывай, доказывай, завтра вот там в ЗАГС или там куда-то идем, он же очень сильно растеряется. Это вопрос того, что если вы видите, ну, как бы, что к вам так относятся, вы можете начать встречную такую игру, вы можете посмотреть, вы можете на человеку сказать, что окей, давай. Гра обіцянок називається. Я тобі, ти мені. Ось в кінцевому результаті. Ну, але жду добратися не приведе. Хочу ще уточнити. От мені здається, найтиповіша така буденна обіцянка звучить наступним чином. Я тобі перезвоню. Я тобі перезвоню трішечки пізніше, і проходить там година, дві, місяць, рік, і, в принципі, ніколи ви вже тій людині не телефонуєте. Ось такі маленькі обіцянки, вони можуть вирости, якось так гіперболізуватися так в те, що людина і навіть в якихось таких значущих випадках буде... Ну, брехати відверто. Ну, это не совсем обещание уже. На самом-то деле мы очень часто сейчас стали завершать разговор чем-то подобным. Увидимся, перезвоню, до скорой встречи и тому подобное. За этим часто ничего не бывает. Тут вопрос снова к человеку, который в этом услышал, то, что ему обязательно перезвонят, и момент ожидания. Жизнь должна строиться таким образом, чтобы вы не сидели, не ждали ничего такого, что вам могут прийти и дать. А как раз вот те люди, которые чрезмерно обещают, они это очень сильно используют. Они снова же обещают вам решить какую-то вашу внутреннюю проблему посредством себя. Так не бывает. Вот психика устроена таким образом, что вы все свои проблемы будете решать сами, но мы приходим по одному в этот мир и уходим по одному в этот мир. И когда человек, он завершает разговор подобной фразой, это всегда должно, ну как бы, вы внутренне должны быть готовы, что может и не быть. Ну, але ж можно сказать просто там все, буваю и там пока. Мне кажется, люди просто уже так почали... ставити фінальну крапку. Тобто ми вам перетелефонуємо. Вона м'якша. Вона звучить м'якше. Не так болісно. Да. Мы, это как бы убирает снова же момент внутреннего напряжения. Люди очень часто, у нас же очень мало профессионалов, да, если мы говорим вот о собеседованиях, о работах, очень часто это делают, чтобы человека, ну это опыт европейских коллег, американских коллег, что там, где мы категорично закрываем что-то, у человека снова же может быть очень острая ситуация в жизни. И для него, когда резкий отказ где-то в одном месте, он может быть той самой финальной каплей, которая приведет к очень плохим последствиям. И поэтому, ну, как бы такая негласное правило взаимодействия — это как раз быть максимально толерантным. То есть использовать те формулировки, которые максимально размоют какой-то конечный результат. Но в нашей ментальности снова же, да, это как раз, если там это работает лучше, то в нашей ментальности это все-таки поверить до конца тому, что мне скажут. И снова же наложить вот этот момент обязательств на другого. И украинец, ну, как бы среднестатистически, если мы говорим особенно о женщинах, то она лучше поверит в то, что произойдет потом, после, и будет лучше, чем она будет предпринимать какие-то попытки сделать свою жизнь лучше прямо сейчас. Почему так? Ну, особенности ментального воспитания, потому что у нас с самого детства, у нас с садика, с момента того, когда мы идем в школу, но если вспомните, да, то нам очень часто говорили, что дальше будет лучшая жизнь. То есть сейчас одно, потом второе, потом третьего, и с самого детства это закладывается, и у людей нет четкой возможности построить свои какие-то дальнейшие движения в жизни, чтобы она стала лучше. Потому что есть все время ощущение того, что, ну вот, я вырасту, и все будет хорошо. Вырасту, пойму. И потом будет краще. И я не вырос. И на завершение, можливо, дали б якусь пораду для наших глядачів, як потрібно ставити обіцянки, і щоб вони обов'язково були здійснені. Да, для того, чтобы выполнять обещания, нужно понимать вашу готовность к ним, насколько вы можете их выполнить, насколько вы способны это сделать на этапе короткого промежутка. Вот не нужно давать обещания, которые у вас уйдут дальше, чем на полгода. Год — это максимум для длительной перспективы работы, какого-то там, не знаю, детей, чтобы отправить их в институт, и, ну, такой, когда у нас есть четкий промежуток времени. Если это для самих себя результат, то
психика устроена таким образом, что она лучше воспримет короткую дистанцию. То есть промежуток максимум 3 месяца, его достаточно для того, чтобы выполнить какое-то обещание самому себе либо другому человеку. А там, где есть особенно обещания, которые касаются материального, тут такая... Моя рекомендация в материальное все-таки лучше не вступать никогда вот в обещания. Потому что, к сожалению, деньги, они настолько сильная энергия в этом мире, да, мы все питаемся энергией. А деньги — это то, что оценивает и мои возможности, которые, за которые я могу купить, и которые характеризуют меня как человека. И снова же они, ну, очень многое могут сделать в этом мире. И поэтому, если у вас есть какие-то проблемы именно с деньгами, то лучше вот, в эти обещания вообще не вступать. Потому что и вам будет тяжело, и человеку тяжело. На этапе взаимоотношений с построениями каких-то межличностных отношений всегда говорите правду. Вот нет ничего лучше, и нет на самом-то деле никаких таких слов, которым бы человек был не готов. Вопрос в том, как это делать. И вот научиться правильно выражать свои мысли так, чтобы вам было это приятно делать, а другой мог вас выслушать, это уже момент тренировок. Да, а інколи правда буває трішки образливою або навіть болючою. Ну, ми можемо з нею щось зробити. Як варіант. Дякуємо за те, що завітала вона до нас у студію. Нашим глядачам нагадаю, з нами була Анна Марія Ракіцька, психологиня. Говорили про безглузді обіцянки. Я ж вам бажаю не давати таких, от, і двічі, а то й 7 разів подумати краще перед тим, ніж щось комусь обіцяти. Друзі, а ми вам дякуємо, що ви переглянули це відео. Не забувайте поставити ось такий от лайк, написати коментар для того, щоб ми знали вашу думку. Ну і обов'язково підписуйтеся на усі наші сторінки у соцмережах. Це Instagram, Facebook і навіть Telegram. Ми будемо раді кожному з вас.